Добрый вечер, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Nissan Serena 2018 года в белом цвете, бензиновый двигатель объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, гибридная установка на 1,9 кВт, имеется спойлер, АКПП передний привод, хорошая резина, пробег 161 тысяча километров. Пройдемся по салону. Темный ухоженный салон, ткань, не прокуренный, имеется 3 ряда сидений. Кнопка старт-стоп, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, антиюз, мультируль, круиз-контроль, режим эко, электрорегулировка зеркал,